Почему в городе снова разрытие? Ну, дело в том, что после разворота системы и выхода на рабочие параметры зимние обычно случается такой небольшой всплеск по повреждаемости оборудования. Ничего страшного, в рабочем порядке, в плановом режиме устраняем все дефекты. Насколько я знаю, у нас в городе, как наверняка и в большинстве городов нашей страны, высокий износ теплосетей. Это действительно так? Да, у нас действительно износ сетей большой, порядка 70% оценивается. Но, тем не менее, в этом году больше 560 миллионов рублей вложено в ремонт тепловых сетей. Капитальным ремонтом охвачено было 23 километра тепловых сетей, что сделали благополучно в межотопительный период. Но, стоит отметить, этого недостаточно для такого крупного города. Поэтому у нас процент изношенности сетей только растет. А все потому, что не покрываются расходы на капитальные ремонты тепловых сетей, которые нам выделяются в тарифе. Кстати, вот так выглядят изношенные трубы. Здесь складируются части трубопроводов, которые меняют из-за дефектов. Посмотрите, 70% тепловых сетей нашего города находятся примерно вот в таком состоянии. Расскажите, что сегодня здесь происходит? Сегодня здесь происходит у нас устранение дефекта перекресток улиц Серафимовича и Степная. Значит, произошел дефект вчера на трубопроводе, подающем Т1, диаметром 325 мм. Сегодня производится как раз вскрытие грунта, вскрытие лотка тепловой сети. До 6 часов происходит отключение. Как раз за это время успевают вварить новый участок трубопровода и запустить. Правильно. Зимой мы не можем оставить жителей без тепла, правильно? Конечно. Первоначально должны включить всех, чтобы всем было тепло, комфортно, уютно.